Юнифранс, посольство Франции в России и коньячный дом Мартель представляют. Юбилейная подборка самых новых и увлекательных фильмов. Комедии, драмы, боевики. И снова комедии с любимейшими звездами французского кино. Фильмы, покорившие Францию и Каннский фестиваль. Теперь в России на 10-м юбилейном фестивале «Французское кино сегодня». Этой осенью юбилейная коллекция отличного кино. Самые новые фильмы только...